А как, по твоему мнению, белуга топа будет себя купать на медвежке, Александр? Я думаю, будет. Не прям там вау, но она будет себя купать. О, вот это что-то интересное, смотри, что. Главное, чтобы сходу. Все равно, мне кажется, топовая белуга для медвежки, ну, не перебор, наверное, будет. Для медвежки сойдет и тагара вот это, более чем за глаза. Не пойму, что лес тут порвать могу. Нужно леску помощнее ставить. Смотри, это крутит. Так, энергия, конечно, палится. Главное сейчас схода не наделать. Так, сумма 37 кг отнимает 0,1 у топ-белуги, а у вереста все 0,5. Блин, ну леска слабовато, ребят, леска. Леска 32, если не ошибаюсь. Ну просто, да, 32,8. Все же не хочется сильно заглядывать там во все места, но все же хочется поймать вот эту рыбу. По большому счету, это у меня уже такая третья здесь поклевка, но первые две были, скажем так, на леску гораздо слабее. Хочется все же посмотреть, что будет. У меня просто было два этих схода, но это, смотри, не сильно так разматывает. Вы не слышите, вот щелчок вот начинает разматывать, какой-то щелчок. Или мне кажется. Сейчас хочу послушать, будет щелчок или нет. Ну ладно, не рассматривать, нет. На 36 ставить нужно. Александр, у меня нет с собой на 36 лески. Там есть, там на 43 можно попробовать поставить. Опять-таки, главное, чтобы клевал на такую леску. Подонок, здорово. Не знаю, крикин, не крикин там. А, кракен. Что-то я читаю, крикин, кракен. Я еще не поймал никого. Это только зацеп какой-то рыбы. Ну что вот это? Мне кажется, это все же мутлос какой-нибудь, нет? Какой-то щелчок происходит, когда начинает фрикцион вот этот. Тут мне не нравятся такие фишки. Нет, недолго. Я не засекал сколько, но недолго. Редкий троф корюшки. Если только.
ничего. Endgame пишет, что Сётр на 30-35. Дим, леска 30-30-30-32,8. Сётр, да было бы на самом деле хорошо, если бы это был Сётр. Я был бы только счастлив. Смотри, он просто тянет. Главное, чтобы это не был сход. И все. Петрис Петрович, нет, ты не один увидишь эти лица в скале. Блин, а якорь я кинуть не могу, да? Жалко. Слав, не знаю, что он, блин, тянет меня к этой скале. Опять упрется своей мордой туда и будет сход. Как у меня это было в прошлый раз. Так что-то я вообще не понял, что происходит. А вот это, конечно, беда. Фрик затянут на 26. Илюх, клёв, ну, посредственно, скажу так. Это пишет, что Асютер дает мало опыта на ладыке. Ну, как, кто же сказал, кто сказал? Блин, вот не помню, кто сказал, что из разработчиков, по-моему, что на Ладоге Асютер крупнее. Мост, по-моему. Ну, блин, самое главное, чтобы не было схода. Остальное пофиг. Мне вот эти теперь камни здесь не особо-то и нравятся. Ну что это такое, рыба в них уперлась исход. Она опять устанет. По камням, по камням. Дайте хоть посмотреть, кто это. Блин, ну леску реально нужно помощнее ставить. Это лось, смотри, какой жирный лось. Это реально жирный лось. Вообще огромный. 19 килограмм. Нормальный лосик. Кстати, Дим, ты писал, что на 19 поймал, вот он тоже на 19 килограмм. И, кстати, без пухлишка 215 тысяч опыта. Давай, кстати, посмотрим волховского лося, но опять-таки лосось волховский у меня был побольше. Где эти лососи-то? Где лосось-то? А, ну чуть-чуть побольше был, да? 300, но тут был с бухлом. Покажись, чудовище. Так, спасибо всем, ребят.